По случаю Дня памяти святителя Спиридона Тринифунского в церковь Николая Чудотворца в поселке Володарского приехал архиепископ Подольский Люберецкий Аксий для того, чтобы провести божественную службу для прихожан церкви. Мы приехали сегодня совершить божественную службу, помолиться вместе с прихожанами, поздравить всех видновчан с этим торжеством и вместе помолиться о предстоящем новолетии, поблагодарить Бога за прошедший 23-й год. Святитель Спиридон Тримифунский родился в конце 3 века на острове Кипр. О его жизни сохранилось мало сведений. Известно только, что он был пастухом, у него была жена и дети. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь его вознаградил даром. Святитель мог исцелять неизлечимо больных людей. За добрые дела прихожане его помнят и почитают уже много лет. У меня особая любовь к святителю Спиридону. И есть мечта посетить его место, где сейчас покоятся его мощи, потому что я хочу сама приложиться к этим чудотворным мощам. Для многих жителей поселка Никольский храм – это место, где можно получить духовную поддержку, разделить радость и печаль с близкими по духу людьми. Я с удовольствием пришла и здесь нахожусь с благодатью. Святого Спиридона Тримифунского почитают как покровителя трудящихся людей. Ему традиционно молятся о благоприятной погоде, богатом урожае и помощи в труде. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.